Всем привет, с вами команда Car Today. Сегодня мы хотим сделать обзор на непромокаемый костюм от компании Fox Chang, который называется Aquas. В комплекте идет непосредственно куртка и также к ней штаны. У костюма много достоинств. Первое, то что вы можете этот костюм одеть практически на любую вашу одежду. Вот вчера было у нас очень холодно, вот я нахожусь в кофте, у меня есть пуховик. И вот сверху спокойно можно одеть костюм, и при этом можно отлично работать, кормиться, вываживать и все что угодно. Второе, о чем хотелось бы сказать, это технические характеристики. Костюм выдерживает гидростатическое давление 10 тысяч миллиметров, и паропроницаемость составляет 3 тысячи миллиметров. Это очень хорошие характеристики. Они вам позволят оставаться полностью сухими даже в самый сильный ливень. А такой показатель, как паропроницаемость 3000 мм, даст вам возможность даже при очень серьезной работе, когда вы кормите, оставаться сухими изнутри, потому что вся ваша внутренняя влага будет выходить наружу через мембрану. Такие хорошие показатели были достигнуты за счет того, что здесь применяется трехслойная мембрана. В костюме применяются везде водонепроницаемые молнии, это центральная молния, и такие же молнии на карманах. Манжеты на куртках применяются с регулируемой липучкой, и здесь половина ее части сделана эластично. Это позволит вам достаточно плотно затянуть ваш манжет. Это нужно для того, когда вы опять же кормите, у вас рука поднята наверх, чтобы дождь не проходил вам через руку и не заливался под локоть. В куртке есть регулируемый капюшон. Он также, если он вам не нужен, убирается в специальный карман. Можно отрегулировать его затяжками. Вот. И есть специальный козырек для того, чтобы вам дождь не попадал на лицо. Внутренние швы, как на брюках, так и в куртке, полностью проварены. На куртке есть еще нижние затяжки для того, чтобы отрегулировать уровень натяжения нижней кромки куртки, для того, чтобы все сидело очень хорошо и удобно. Несколько слов о брюках. В брюках все на самом деле очень просто. Внизу есть специальная молния вот с такой специальной вставочкой для того, чтобы туда не задувал ветер. Это расширение нужно для того, когда вы одеваете сапоги, для того, чтобы ваши брюки оделись на верхнюю часть сапога. В брюках есть достаточно широкие карманы на молниях, очень глубокие, очень удобные. Ну и центральная резинка с регулировкой для того, чтобы затягивать пояс. Этот костюм всегда у нас находится под рукой, и как только начинается дождь, мы его одеваем прямо непосредственно ту одежду, в которой до этого находились, и также продолжаем, не теряя времени, работать, например, если кормим. Мы его используем уже второй год, и он совершенно не потерял еще своих технических характеристик. Он также хорошо держит воду и отводит пар. Еще самый такой важный момент, когда мы, например, работаем удилищами, у нас у всех, у карпятников, так или иначе, руки все время, ну, при забросе или при кормежке смотрят наверх. Этот костюм скроен так, что он не задирается, и вы как бы защищены полностью от дождя даже во время кормежки. Костюм очень мягкий, удобный, совершенно не сковывает ваши движения при работе даже в самый сильный дождь. С вами была команда Car Today. Данный костюм вы можете приобрести в магазине Carp Shop. До встречи на водоемах. Всем привет!